В канун праздника в Чебоксарах чествовали защитников Отечества. Поздравления принимали ветераны войны, вооруженных сил, кадровые военные и те, кто готовится выполнить свой долг перед Родиной. Всем посягнувшим на моих детей, на независимость, им приговор зачитан. Я Родина, я верю в сыновей, благословляю их надежную защиту. В зале ветераны, действующие сотрудники силовых структур и будущие защитники Родины, юнармейцы республики. Особое внимание к тем, у кого на груди ордена и медали. С особой теплотой хочу поздравить наших ветеранов, которые были, есть и остаются примером добросовестного служения Отечеству. Каждый год из Чувашии уходит в армию более 1000 человек. Все больше молодых людей поступают в высшие и средние специализированные учреждения, чтобы стать профессиональными военными. Для них слова «честь» и «родина» превыше всего. Премьер-министр правительства Иван Моторин поздравил всех с наступающим праздником от имени главы Чувашии. От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник является ярким символом несгибаемого мужества, твердости духа, верности долгу и беззаветной любви к Родине. Российскому государству не раз приходилось защищать свои рубежи, отстаивать свободу и независимость. Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь нелегкой, опасной и очень ответственной воинской профессии. Те, кого мы привыкли каждый день видеть на службе, сегодня были даже на сцене. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика.